появилось кладбище, где хоронили не только ханов, но и простой народ, который жил поблизости. У нас под землю не хоронят даже сейчас. Захоронения, они находятся вот внутри. Потому что близко как грунтовые комнате, воды, да? Да, потому что вода очень близко к поверхности. А так как в земле не нуждались, иногда могилы устанавливали друг на другом несколько этажей. Это можно увидеть вот отсюда, если смотреть. Тело помещается внутрь через окошечко, окошечко потом закладывается отдельной кладкой кирпича. Это даже отсюда видно. А вот эти четыре – это памятные надгробия в честь поэтов, историков, которые жили в Киеве. Здесь их много, они были похоронены у себя на территории сада. Таких кладбищ у нас несколько внутри старого города. Но это центральное. Точно так же. Даже сейчас, в современное время, хоронят точно так же. Возводят... А у них, оказывается, у нас вода близко. Потому что вода питьевая, из-за этого в землю не хранится.